Я считаю, что тот результат, который зафиксирован после финального свистка арбитром, соответствует той игре, которая была проведена. Закономерный результат на ничейной. Почему? Потому что минимум было создано моментов, что одной или второй команды голевых моментов, которые реально могли бы закончиться взятием ворот. Были такие полумоменты. Ну, здесь сложно, наверное, на таком качестве поля комбинировать. Здесь такая шла немножко упрощенная манера ведения игры, хотя наша команда любит комбинировать, любит, чтобы контроль мяча был, все. Здесь это было сложно сделать, потому что поле, скажем так, качковатое, и вести такую комбинационную игру сложно. Это один момент, который, считаю, что повлиял на результат матча. И второй момент, что касаемо нашей команды, это то, что у нас были перед этой игрой большие кадровые проблемы. Проблема у нас выбыло два основных игрока, Альшин и Мурнин, которые в организации игры очень много для нашей команды. Значит, получил четвертую карточку центральный защитник Осипенко. И поэтому пришлось немножко состав перекраивать. Вышли те ребята, которые не имели игровой практики, молодые ребята. Муан, Мустафаев в основном составе. Впервые они вышли в основном составе. Поэтому все эти факторы, которые я назвал, в какой-то степени они повлияли на результат матча. И нужно отдать должное команде КАМАЗ, которая не имеет уже никакой турнирной мотивации. Команда уже практически покидает футбольную национальную лигу, доигрывает чемпионат, но доигрывает очень достойно. Проявляет характер, волю, борются ребята, все, за что им делается честь и хвала за это.